То, что Audi отрядит индекс Q4 электрическому кроссоверу, было понятно еще год назад. Ведь на Женевском автосалоне 4 кольца выкатили концептуальный Q4 e-tron. Тогда немцы не скрывали, что электропаркетник находится на финальной стадии разработки, а на конвейер товарная модель встанет во второй половине 2020 года. Пандемия заставила сдвинуть сроки. Теперь серийный кроссовер ожидается только весной 2021 года. Зато, кроме обычной версии, в серию сразу же пойдет купеобразный вариант, который носит традиционную для Audi приставку Sportback, а пока представлен в ранге концепта. В целом, кросс-купе повторяет прошлогодний проект. Однако иная форма крыши уменьшила высоту на сантиметр. Кроме того, Sportback'у достались эффектные рельефные бамперы, которые намекают на будущий обвес S-Line. Салоны обеих машин полностью идентичны. И это хорошо, так как интерьерщикам сразу удалось скомпоновать достаточно оригинальное убранство. Сложные линии, множество фактур и горизонтальная консоль для пульта трансмиссии делают интерьер стопроцентно узнаваемым, а главное — ярким. В плане техники электрические модели концерна Volkswagen повторяют друг друга. Что неудивительно, все они скроены на единой модульной платформе MEB. Спереди установлен 100-сильный, а сзади 200-сильный двигатель. Совокупная мощность двух моторов больше 300 сил, так что Q4 достаточно быстр. До сотни электрический Audi ускоряется за 6 секунд, хотя максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час. Литиево-ионная тяговая батарея, упрятанная под полом, весит полтонны. Заявленный пробег на одной зарядке составляет около 500 км по реалистичному циклу WLTP. Чтобы пополнить запасы электрической энергии на 80%, возле мощного терминала достаточно провести всего лишь около получаса. Кстати, немцы сразу готовят не только быструю двухмоторную вариацию, но и автомобиль попроще, с одним мотором, установленным сзади. Он будет отличаться большей дальнобойностью при меньшей цене. По планам, Q4 Sportback e-tron станет 7-м серийным электромобилем марки Audi. А в целом гамма электричек будет состоять из 20 моделей. Маркетологи уверены, что они дадут 40% спроса со стороны покупателей.